Какое у вас самое дорогое вино? Белла Гарда. 50 тысяч за бутылку. Но оно слишком структурировано для низкокалорийной крольчатины с высоким содержанием белка и небольшим количеством холестерина. Есть риск десатурации глутаминовой кислоты. Я бы посоветовала средненасыщенное Шато Тамань. Отлично подчеркнет вкус кролика. Вот этого дай. Две. Корзину и виски. С вас 138 200. Недостаточно средств. Твою мать! Хорошего вечера!